Всем привет! Очередной обзор посылочки из Китая. И у меня сегодня на обзоре вот такое пластмассовое яйцо. Что же это такое? Сейчас покажу. Покупала, давайте сначала о цене. Покупала за $1.38. Вот по картиночке вы уже, наверное, поняли, что это и для чего. То есть это как индикатор, который показывает, насколько сварился внутри желток. То есть, если вам нужно яйцо вкрутую, яйцо в смятку, то есть это яйцо показывает. Я не пробовала еще, не варила. По отзывам пишут, что адекватно показывает это яйцо, как сварилось. Ну и мы с вами обязательно проверим. Итак, вот. Ставлю варить яйца. Помыла. Налила холодную воду, я поклала 3 яйца и яйцо, которое должно быть как индикатор. И ждем, смотрим, что будет. Сейчас жду, когда водичка закипит, и потом будем ориентироваться по нашему индикатору. Вот видно, вода нагревается уже, и край индикатора яйца, смотрите, начинает белеть. Вот к серединочке, вот там. Очень интересно. Ну вот, в принципе, кипит. Прикручиваю огонь и засекаю время. Так, когда белок дойдет до первой черточки. Вот смотрите, как интересно, кстати. Ну вот, видно, до первой черточки, вот большой, уже дошло. Видно, желток какой остается. То есть совсем яйцо в такую смятку. Ждем дальше. До следующей, то есть средние будут. Сейчас я это яйцо достаю, чтобы не переварить. И мы проверим. А эти два варим дальше. Так, смотрите, уже исчезает. Вот доходит до серединки, получается уже практически готово, чуть-чуть видно розовенького, не знаю, как на камеру, близко не хочу к огню камеру, ну вот видно, чуть-чуть розовое осталось. Прошло у нас сейчас 42 минуты, было 34, да, изначально, получается 8 минут, ну вот, где-то 8 минут, и у нас яйцо должно получиться вкрутую. Так, ну, я вижу, что уже, вот если по индикатору сейчас я достану, вот, смотрите, вот еле-еле там осталось вот блеклое, то есть, в принципе, достаточно. Достаю я третье яйцо, и сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Итак, приготовили первое, второе и третье. Так как доставали, в таком порядке я и раскладывала, чтобы не перепутать. Так, чистим первое. Видно, что такое жиденькое. Так, яйца свежие. Яйца у нас свои, у нас курочки. Поэтому очень свежее, плохо чистится. Вроде бы и под холодную воду я сразу клала. Так, ну я сейчас это все не буду чистить, лишь бы посмотреть. Ой. Беру нож. И вот яйцо в смятку, видно, потекло. Так, первое. Так, дабы не тратить время ваше. Второе. Это у нас среднее, которое было.
То есть желток немножко должен быть гуще, чем в первом, но и не вкрутую. Ну, это получше чистится. Так. Ну, вот так разрезаю. Ну вот, видно, желток немножко круче, но и, ну вот такой, смотрите, не совсем жидкий, но и не густой, то есть средний. Ну и последнее, самое, ой, водичку, самое последнее, которое дольше всех варилось, еще не сильно остыло, горячее. Ну, здесь должен быть полностью желток сваренный. Разрезаем и смотрим. Вот, смотрите. То есть все правда. Желток полностью сварен. Вот. Супер. Короче, можно брать индикатор, для чего это. Можно, конечно, скажете, обойтись временем, как бы раньше я так на глаз там то пропущу, то еще что-то там время где-то побежало. То тут индикатор есть, подошел, глянул, и не надо ничего засекать. Я довольна этой штукой. Вот, в принципе, показывает она правильно, не врет. Кому интересно было, ставьте лайк, ссылочку я, как всегда, на все свои видео, во всех видео оставляю в описании. Если кому-то надо, переходите по ссылке. Продавец отправил быстро, сразу, и дошло, в принципе, быстро. Всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале.